Что тут нет? Булалех. Арбуз на голове. Здравствуйте. Мы с компанией Флейм. Показать, нет? Вон байк есть на 290, на что? А. Он разворачивается. Это вот задом уехал. Задом уехал в закат. Задом до подарок-то. Да, он задом вправо уехал. А вон. А вон, выехал. Пацана забрал. Я не попал. Уехал. А там кто-то по нему еще был стрелял. Ну я стрелял. Не-не, там справа еще кто-то стрелял. Сбили, короче, чувака там. Надо это, пушить. Это бой. Давай налево вот этот поднимемся. Давайте по праву пройдусь пока. Слева на горе, да. Здравствуйте, я пока справа пройдусь. А не, ну что мне приходится. Я вам чуть секретник нашел. Ну, секретник это хороший. Ну, видишь, особо никуда. Из этого всего бурыл. Бурыл. Сейчас он уйдет. Воды. Долго? Не. Heavy Rain вышел на торрент. Ну, надо. Вот я его прошел на ютубе. Я знаю, что убийца. Ты убийца? Убийца Содома? Нет. В смысле нет? Тогда да. Где вот этот пункт? Непонятно. Может, его поднял. Я могу заправить, Крис. Как обычно, пришел тут погулять. Ну, он где-то отсюда стрельнул, поди. Приехал, поди. А где еще один? Двое было. Да не, это один он тут был. А чё две этих было? Кто? Метки что стреляли. Да нет, одна вроде. Чувак, просто сидел на заправке всё это время. Он тут один сидел, они когда это... Один его баги. А это он сбил того или не он? Да, он отсюда стрелял. Не, сбил. Ну, он. Ты солари взял. О, давай. Шел себе опять спокойно, никого не трогал, чувак из окна опять начал стрелять. Да я еду, смотрю по Лёхе стреляет. Ну это не дело. Я просто видел, что он отсюда и стрелял. Тихо. Значит, они аптечек, ничего вообще. У меня бинты есть. У меня тоже 10 бинтов. И одна будет полёта. Я чё, в кузовке? Поехали. Не, у меня есть. Куда мы едем? Ой-ой. Кстати, вроде подождите меня. Я немножко выпал. Я пока в менюхе ковырялся, немножко нажал на... Тихо, стой, остановись. Чем бы тут прикольно, если у нас бомб понят проедет. Нам просто валится в дом, мы почти центр.
О, давай, тут дома есть. Туда никаких не было. Тут вообще дома не наши. Ну да, на крышу надо ехать. Давайте проверим. Есть что-то? Да, не, на дверь. Машина моя катится. Четвёрка нажмёт. Да. Забирай. Зачем? Так она меня не убьет. Если наручник поставит, там уехал. Ой. Ты никогда не ждал. Не приложи на мату. Так, что, куда мы залезем? Да на горку. Надо заезжать на машину. Открой. Да не, фу-фу-фу. Не тот, энергетик есть. Друг хонтеры. Чего, вы задрав упадете? Да я аптечек, в поисках аптечек. Я в поисках смерти. Автогаза нет здесь? Все придумано. Нет, автогаза нет. Двери открыты. Все обшарено. А где дров, говоришь? Рядом со мной. Сейчас мы приедем. Мы сейчас приедем. Тормози. Ой, тут камень. Педики, все тут будет. Солярку заправить что-то мало. Да, соляра мало. А видимо, когда катится, тоже живет. Рейнджеры на помощь! Мимо тебя? А, вот у дропа, знаешь дропа. Тормози. О, вижу чувака. Он один вроде. Это не чувак. А, вон они поехали на машине. А, да. Вправо куда-то сводили. На, в дерево. О, в дерево воткнулись. Блин. Была секунда, это просрал. Да я, блин, перезарядку не перезарядил. Они, видимо, остановились. А он еще один несется на мотоцикле прям к дропу. Yeah. Дроп, смотрите. А вон, слева. Вдвоем. Че? Не попал. Это нормально, что я чувака три раз попал, и вот не... Еще еду. О, вот это кто-то прилетел. О, надо на байке подъехали. Да, пацаны, ну тут это. Ну как, вот это. Подсосал у кого-то. У нас любители зимние, это, летние резины, походу. Сейчас, как сейчас надавить. Вам жарко. Я думаю, кого-то фраг подсосал, просто ползающего добил. Это приезжаете, колеса зимние там. Да у меня есть. Там чуваки в этом, в контейнерах, аккуратнее, Денис. Да. Не уехали. Они ж не уехали. А чё, вы этих увольнули, да, ребят? Да. Ох ты, тут всякого говна. Ой. Страшно-то как. О, МК. МК-14 не надо никому? Да, возьму. Про это сейчас меня подстрелит. Страшно, другое. Да что там такое, кто стреляет? Ребята там. Страшно-то. Ой, больно-то. Уходи нафиг, страшно. Блин, ёкарный бабай. Фига ты тачку-то поставил так, чтобы по нам стреляли. Я сел в нее, хотел.
Ты специально по мне кидал, да? Стрелять с горы, что ли? Ну, непонятно, вроде когда. Я не знаю, ты встал, поставил тачку так, чтобы она мешала прятаться от врагов. Крайне грамотно. Ну да. Что я их вообще не могу выпадать. Где эти педики? Валить надо. Готов? Да. А, открытый аэродроп. Нет, не открытый аэродроп. Сесть в машину. Садись, поехали. Да. Фух, езжай, 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 езжай. Ах ты, попали. Нет, какие-то какие все. А это у вас дома где-то стреляют, ребят. Да езжай отсюда, куда ты попал? Где-то, по-моему. Ага, мне страшно. Где-то лежим, полежим. На горе их вроде... А, у меня решили спалить. Тут без палева сидел. Вон, вон, поехали они. Ага, ага, да-да-да. Вы натянулись, по-моему. А, встали у камня, встали. А, на один, кстати, по-моему. Не знаю, сейчас я либо отвлекает, кого-то. Либо... Я пошел звонить его. Либо он дебил. Ага, лево поехал, он поехал. Либо лево. Он нормально. А, вон. Ой, он ой, поехал, ой, а я как-то тут лежу, отдыхаю не очень. Он поехал в город. Выстрелять? Я стрелял, я... Не, не по тебе. Я стрелял по джипу. Он что, уехал? Да, да, он дальше туда поехал. Он в закат уехал. Блин, у меня броник он сломал. Ну тоже... О, там же броники лежат. Халявные броники. Повторяем, что ли, да? Давай. Да, надо пролутать. Я вот раз машину... Раз машину не так ставил. Подожди, я же тут лутал. А вон ну, еще, еще мотоциклист, он на дерево залетел. Где? А вон. На 15. Попал. Я думаю, тут никаких броней. На 15 за камнем. Не, сидит. Конечно, уже там нету. Там утолистать надо было. Да. Вань. Попал еще у него. Какая, по мне стреляет, то есть. Где-то кто-то стреляет. Тачка еще сзади есть. Граната! Ой. А, во! Че, несколько что ли? Ах ты гад, блин, я пацана вижу. Черти. Бля, пацан прям напротив меня стоит. Прям вот вам побежал. Сука. Гранату кидай. Да я как гаси, я лежу тут отдыхаю. Вот он, вылез, вылез, вылез он. Да бежит, вижу, он. Бежит он. Да вот я его тоже вижу вообще. Как я его тут вижу. Ага, прикольно. Давай, у меня его тоже какой-то другой вырубил. Он за камнем лежит. Вот, вот он. Прыга, а там еще кто-то. Вот она, вот она. За кактусом сидит, за кактусом. А, вдвоем бегут к тебе. Еще один бежит, походу. Вот прям на пол. Вот куда ты кинул, он бежит туда. Ты гад кинул. Второй к нему слева. Да, но. Не, она не взорвалась, она отскочила. Она отскочила. Отскочила. За кактусом даже. За кактусом танцует. Вот где дерево лысое, правое. Обходит слева, нет, слева, слева пошел. Обходит туда же, слева, туда да. же, как и этот. Нет, 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 правее чуть. Ушел назад. Меня, если сможешь поднять, то. Хотя лучше не трогать. Не-не-не-не-не. Сиди, сиди, он сейчас выпалит. Он выпалит там, сидит. Вот чуть-чуть дальше, чуть-чуть прям вообще. Правее, что ли? Не-не, прям вот ровно был он. Чуть дальше. Все. Там вообще тачка сзади какая-то ехала. Давай, давай, давай. Я хедшот, блин. Аэродроп. У меня, кстати, там этот рюкзак третий тоже есть. У меня тоже третий. А каска третий тоже была на полном изгибе. Ну проверить надо.
даже звонит. Клады куда там еще стреляются? Я могу у кого-нибудь каску стрельнуть, ведь я дебила, что ли? Там уже зона догоняет. Не, не аптечек, ни хрена, чисто идут. Бинты были. Ну там, давайте надо взять. Да, да, сейчас попробуем. Ну мне там что-то валялось. Да, тоже. Сзади, там не X8 есть. Там X6 валялся. X8. Смотри, сзади у нас там. Ты за моей спины. Так что, вот это вот? Да-да-да, попали. Че, я попаду в топ-1 или нет? Вот там... Жизнь. Топ-1? Да. Я хочу попасть в топ-1. Топ-1 с конца? Нет, че, я сколько раз это знаешь... А, вон они с горы, на 170. Я хоть на 170. Я хоть и раньше умирал, но... Да они на 170 вдвоем палят стоят. Блять, как промазали. Не, ну скорее могут не попасть под них. Да ё... Последнюю каску и то отбили. Да, нам, конечно, свалить отсюда надо было. Я отсвалил, нормально, в принципе. Да. Они вдвоем там сидят, суки. У меня аптек просто нет, одна так. Там я тоже не хрена. Я сейчас просто если в голову попаду, то сразу упаду. Единственное, что тебя полю еще. Да типа тут вроде холмики всякие, я немножко перебегаю. Да проскочил. Да они с кем-то другим я же воюю, по-моему. О, передо мной кто-то был. Так что Серега может заходить потихоньку. Я уже в игре давно. А, ну жми, жми. Разодрал уже, повторяю. Жми лойс-то. Жми готово. Подписывайся на канал. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорого. Педики сраные. Как вам шатали мою? А подожди, ничего никак. Меня сейчас голову напечет, это ж пустыня. Так, ну я в зоне, но блин, ну тут... Нет, так купить нормально, но... Ну не очень, да. Дальше бежать... Просто осталось уже раздеться и бежать без ничего, просто такое. Да, тут вроде неплохо, но вот это с жопой... Дамаг стреляет, дамаг. Ну да, да, слышу. Главное, чтоб вот со стачек. На улице. Машина свою открыть пытается. А, ты сама машина стоишь. Тебе, наверное, нужно. А он чувак на 170 на фоне стоит. Может, конечно, постреляет, посмотримся. А, блять, офигеть. Даже парень. А вон еще. Нет, это ветки. Теперь нас все знают, но надо в зону как-то идти. С этой стороны мы походу не зайдем, да, в зону? Их зайдем. Зайдем за камень этот. Камень один, да? Блин, там спинечество видит. Ну да, вот это единственное. Нет, тут вообще говорит. Нормально, там что, не знаю. Давай, может, ну, я не знаю, дом, конечно, штурмануть. Дом штурмануть, конечно. Крайний дом. Ты все эти два педика, походу, подтягиваются, которые нас пытались убить. А, ты туда пошел? А вон они на той горе бегут. Так, я капельку не звоню. Тут тоже укрытий никаких. Ну я да, тут вообще. А вот под дерево. 110.
А чуваки тут через дорожку. Сейчас подойдутся. Куда вообще кто-то подстреливает? Блин, чё, коряк этот сраный вообще прям. А у меня броник нет. Хочешь, я тебе дам. Все равно. Чувак, дамаг дай. Каком? Второй захолмом там кого-то. Ну тут справа еще где-то стреляет на 230. А, вот он бежит. Сука. Я мой топ один. Спрятался. Сдолбался. На 235 спрятался там. Чего а что, я трое в зону сбежали. Че, я зря что ли сниму, туда жду. Зона? Зона. Ну как, зона. Ну ладно. Че, ну он уже... попал. В это, в топ-9 точно попали. И зона, а, нет, топ, у нас топ, топ-7 точно. Ну вот они попали. Там, где зона, там два о, чувака. О, пробежал чувак. Бомбик, я слева, Леха, слева, слева, да, двое. А вон. О, бомбик бежит, чего. Где трактор красный? Да, блин. Пролетели. Они в домик, да, их, видимо, не искали. А вон еще бежит. А, отлично. А как так? Третий шлем-то? Я не понял, а как третий шлем-то с М24 сразу уронили? Он тебя может выйдет? Полный хп. В городочину тебя. Он тебя руку... Брони не было, я типа без брони что сделаю. Он тебя в руку попал. Это все, да. А без брони-то там че? Видел, что кто-то резон ушла, опять без вариантов. Они там, он, видимо, 2 на 2 лупятся. Посиди, подожди, пока. Ну попал же в голову, нет? Не, вроде промазал. Попал. Ну не в голову, не попал. Не, попал точно, но я думал в голову, может. Ну вот он еще тут, все. Пушка торчит, видно, привет. 10 секунд зон поедет. Есть под внешним? У тебя не нужен? Спасибо. Там еще педика видел. Зон пошла. Да, вот он. Ой, ой, он меня тоже увидел. Ну да. Пятый мы, нифига себе. Да, там осталось, там два.